Общегородской субботник совсем скоро, и некоторые горожане уже начали приводить свои придомовые территории в порядок. Однако у владивостокцев появилась возможность без особых усилий озеленить свой дворик. В этом поможет компания «Подряд». Ее сотрудники запустили акцию «Зеленый дворик». Совместно с горожанами они выберут городской район, а затем и двор, в котором высадят деревья. Чтобы стать обладателями «Зеленого дворика», необходимо пройти несколько этапов. Первый уже стартовал. А в рамках этого этапа происходит голосование за район. Для этого нужно зайти на сайт «Подряд.тв». Там есть такой красивый зеленый яркий баннер, который гласит «Я за зеленый дворик». Нажимаете на этот баннер, выбираете свой район. Оставить свой голос можно до 5 апреля. Акция интерактивная, поэтому помимо голосования необходимо сделать репост в любой из социальных сетей. За каждые 10 репостов «Подряд» высадит одно дерево. Таким образом, чем больше публикаций, тем зеленее будет дворик. После того, как район победителя выберут, его жители без лишней скромности должны прислать на электронную почту организатора фотографии своих придомовых территорий. Самые активные и вовлеченные в процесс горожане получат в подарок зеленый дворик. Стоит отметить, что озеленять его будут профессионалы ландшафтного дизайна. Специалисты нашей компании выйдут на это место, посмотрят, что этот дворик из себя представляет, окружение, стороны света, где падает тень. По результатам этого осмотра будет выполнен эскизный проект, который станет планом для дальнейших действий горожан и сотрудников компании «Подряд». Результаты второго этапа акции «Подряд» подведет 21 апреля, а воплотят задуманное на общегородском субботнике 29 апреля. К слову, в любом офисе компании можно получить бесплатную наклейку на автомобиль и поддержать в год экологии инициативу озеленения. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, новости на Восьмом.